Дорогие друзья, всем привет! С вами я, Валентин Шкандыбин. И сегодня хочу вам рассказать немножко про микрозелень и про свои первые шаги в освоении этого дела. Сейчас переведу камеру в другой режим и покажу, как можно в домашних условиях просто вот на подоконнике выращивать свою зелень и потом употреблять ее в пищу. Итак, здесь мы можем видеть мои первые пробы. Это вот такая вот славянская смесь, вот такие всходы. Буквально через 5-6 дней они уже вот такими стали. А это горчица, кстати говоря, очень-очень остренькая такая, вкусная. Но мой аппетит разросся, я решил, взял буквально рублей 250, стоит вот такой контейнер, или я ее называю домашняя грядка. Снизу я положил дренаж, затем перлит, и где-то здесь добавил вот такой орехнин для того, чтобы влагу удерживал. И сверху насыпал грунт. Все это перемешал, насыпал грунт для рассады. 90 рублей или 100 рублей в любом магазине, даже в супермаркете продается. И вот здесь я сажаю. Значит, вот это горчица, вот это вот микрозелень, амарант овощной. И сюда же, вот сбоку, они маленькие такие вот, насыпал славянскую смесь. И потом будет видно, что из этого всего получится. В общем, решил вот такую грядочку засеять. И хочу посеять сюда еще кудрявую петрушку обычную, которую сажают вот на огороде, можно сажать. Вот такие у меня эксперименты, такие, в общем-то, интересы и увлечения. Если кто интересуется, пишите в комментариях вообще, что думаете, какие у вас эксперименты, что дома пробовали выращивать и какие у вас из этого всего результаты. Ну, а вам всем добра, хороших урожаев и хорошего настроения, ну и, конечно же, крепкого здоровья.